Сейчас женщина – огромная часть жизни любого вуза. Однако прекрасный пол часто нуждается в дополнительной коммуникации и поддержке. Именно поэтому в КФУ в начале учебного года была создана Лига женщин. По замыслу, Лига – это генерирующая сила для укрепления корпоративной культуры университета. Это новый формат общения, взаимодействия и сотрудничества слабого пола всех подразделений, институтов и факультетов КФУ. Когда шел процесс создания Лиги женщин университета, то мы убедились на множестве примеров, насколько наши женщины активны, профессиональны, сильны. Вот. И самое главное, что женщин университета и преподавателей, и ученых, и сотрудников, и студентов объединяет очень интересное качество – любовь к университетам. Поле деятельности Лиги женщин огромно, несмотря на короткий срок существования. Участницы проекта организовывают различные мероприятия, от вечеров памяти своих великих коллег до психологических тренингов. Однако особенно интересна премия, старт которой дан в этом году – «Женщина года». Одна из тех, кто решил попытать счастье в педагогической номинации, Лия Бушканец. Ее отношение к своему высокому званию педагогу по-настоящему восхищает, а предмет русской литературы в ее устах становится еще более интересным. Образование выросло из древнего обряда. Это был обряд инициации, когда жрецы уводили детей в лес и рассказывали им сакральные мифы племени. И вот мы, преподаватели университета, сообщаем студентам сакральные знания племени, сакральные мифы. Если не будет, например, истории, литературы, вообще других гуманитарных предметов, то у людей не будет ощущения принадлежности вот к некому обществу, к социуму и ощущения своей связи с этим миром. Все участники конкурса, их более 50, поистине уникальны. Более 13 номинаций ждут своих героинь. Будет и необычная номинация «Мужчина года. Женский взгляд». Имена самых талантливых и профессиональных будут объявлены в канун Международного женского дня. А пока пожелаем всем номинантам удачи. Евгения Шевченко, Ленардо Влетьяров, специально для «Универ News».